едем в Америку сегодня, которые находятся в России, в других постсоветских республиках, странах. Насколько Америка значима сегодня? Значит, по своему убеждению я могу сказать, что Америка имеет кучу проблем, кучу сложностей, очень нелегкая жизнь. Но Америка лучшая страна в мире, и поэтому тут даже нет выбора. Если есть возможность, нужно ехать в Америку, в Соединенные Штаты, потому что Америка широкая, я не советую ехать в Никарагуа или там на Гаити. Даже в Канаду не очень советую, но Соединенные Штаты дают возможность. Опять же, у каждого свой путь, кому-то будет хорошо в другой стране. Наверное, гаишнику, который хорошо зарабатывал на дорогах где-то в Подмосковье, ему лучше там и оставаться. В Америке, как гаишник, он не преуспеет.